Спасибо, что зашли. Всем приятного просмотра. Всем! Мяу! С вами Мира Мабафилка, и мы продолжаем играть в Far Cry 4. Остановились на том, что нам необходимо с вами освободить всех заложников. При этом сделать это абсолютно бесшумно. Закрыто до дальнейшего уведомления. Друзья мои, к моему превеликому сожалению, придется закрыть ракши старого Иши на неопределенное время. В эту трудную минуту мне не по силам вести дела. На завтра назначена кремация моей прекрасной дочери Тары. Я должен оставаться силен телом и духом, чтобы проститься с ней и чтобы сражаться за дело, которое отняло ее у меня. Иша. Грустное послание и грустное сейчас задание. Хотя почему грустное? Мы же все-таки, я надеюсь, их спасем. Рано или поздно. Давайте-ка попробуем как-нибудь забраться. А, Е использовать. О, отлично. Давай-давай, забирайся. Ну, а, я забыла. Забираться нужно на мышке. Я все время пытаюсь ВСД использовать. Это вот совсем мне не нравится на мышке. Я это уже неоднократно говорила. А как еще? Ну-ка. Угу. И давай. Иу. Какая умница. Вот ты молодец какой. Ух ты, мой скалолаз. Прямо как каджиточка моя скайримская. Такой же прямо гибкий. Как кошечка. Вот. И как раз все заложники. Давайте обследуем территорию, узнаем, сколько здесь врагов нам предстоит убить. И это нужно сделать по стелсу. Я в прошлой серии хотела приобрести что-то с глушителем, но, если честно, я не нашла ничего с глушителем. И в модификациях там был прицел, был увеличенный боеприпас. Но вот чтобы глушитель был, я не нашла. Вот чтобы прям было написано «глушитель». Если кто знает, где искать, напишите в комментариях, пожалуйста. Ой, а этого ты почему меня не отметил? Но зато я нашла лук, он какой-то очень крутой, там было два вида прицела, я взяла прицел, который, у которого дальность ниже, но зато выше точность. Мне, в принципе, дальность не так принципиальна, а вот с точностью у меня проблемы. А что это мы, да, не ползем? Ну что ж, и давайте попробуем аккуратненько всех вынести. Не знаю, как получится, но я буду очень стараться. Ну, стоять на месте. А! Что, я его не убила? Фух. Фух. Я думала, он сейчас панику поднимет. Это было опасно. Прежде чем развязать заложника, приведите охрану. Ладно, ладно, я это поняла. Будем, значит, ее перебивать аккуратненько. Мне это задание чем-то напоминает задание в Middle Earth Shadow of Mordor, только там нужно было не обязательно всех охранников перебивать, можно было просто убить кого-то и развязать заложника. А тут нужно их всех сначала перебить. Так. Он нас так запалит. Блин, понятно все со мной. С моей криворучностью все ясно. Готово. Готово, готово. Они будут палить, если кого-то убили? Что? А, кого-то убили, тревога. Нет? Кто тут еще остался у нас? Два осталось их. Надо вот одного аккуратненько вынести. Пока он не запалил дружбана своего, мертвого. Ну-ка, становись. Все? Готово. По-моему, одного осталось. Супер. Мне нравится стелс. Мне нравится стелс. Ну, я надеюсь, что я всех нашла. Кто-нибудь неожиданно так сейчас выберется из кустов. А вот ты меня не нашла. Я очередной охранник. Ну-ка, хватит избивать же заложников. Что за дела? Ой, вот еще. Готов.
Я один последний остался. Пожалуйста, развяжи нас. Ой, все? Вы готовы все? Они отлично. В безопасности, собак. Твой отец гордился бы тобой. Мы можем гордиться нами, путь, друзья. Чтобы помочь своему народу. Идите, гуляйте. Ты все равно помогаешь, сейчас брат. Я вас развяжу, я сначала всех облутаю. Это не просто. Что они мне там впаривают? И это поможет тебе добраться до Лакшманы. Мы найдем ее вместе. Спасибо. Переговоры о заложниках, задание выполнено. Вау-вау-вау. Приятно выйти эти окошки. Это Амида. О, Амидочка, привет, малышка. Я знаю, что попал, подбил тебя освобождать заложников вместо аванпоста. Не надо было? Ничего. Ты новичок, а Сабал может быть настойчив. Я сделал, что мне сказали. Ну? Ты молодец. Что не так-то? Но смотри на вещи шире. Куда уж шире? Я уже все подготовила к атаке на аванпост. Ух ты, у них тут ткацкие станки. А теперь часть моих бойцов вынуждена защищать заложников. От чего? От Пола. Мы отняли у него игрушки. Ты не понимаешь? У нас был план. Теперь он рухнул. Это все, что... Пока не разберемся с Деплером, мы связаны. А у солдат на аванпосте полно времени, чтобы подготовиться. Я им помешаю. Придумай новый план, Амита. В одиночку, самоубийство. Ты же умница. Подожди, мы выделим тебе подкрепление. Да я справлюсь, Амита. Какое подкрепление? Нафиг. Не надо никакого подкрепления. Фух. Я аж припугалась, что сейчас мне кого-нибудь дадут в подкрепление. Мне придется за ними бегать. А я так в одиночку тут вообще-то собиралась вышечки пооткрывать, на кого-то поохотиться нам. Видите, еще очень много всего нужно изготовить. Нам... Что, кого мы можем изготовить? Кобура, бумажник, рюкзак. Вот нам нужен рюкзак. Это что, шкура зомбара? Зомбара, нахура. Сапудуса можно. И навыки какие-то надо качать, я еще пока не знаю, какие вообще нам могут пригодиться. Хорошая физподготовка, ячейка здоровья, инъекторы, скорость ремонта. В принципе, мы не так часто ремонтируем что-то. Жнец. О, кататься на слоне, это интересно, но пока нам вроде слон особо-то и не нужен. Прыгать сверху. Забирайте. О, вы автоматически забираете добычу во время совершения убийства. А убийство, это которое скрыто или любого убийства? Это было бы очень удобно, если бы любого убийства так убил все, там, из автомата, например, и собрал, автоматически все собралось. Это было бы очень удобно, но мне кажется, такое обычное убийство. Целиться и стрелять из пистолета во время перемещения тела. Не знаю, зачем это. Транспорт может выдержать больше урона, транспортом пока не пользуемся. Нажмите R, чтобы перезарядить оружие на бегу. В принципе, вот эта вот полезная штука. Давайте пока по стандарту вкачаем себе ХПшечку. В принципе, ХП всегда полезна и нужна. Ну, можем еще инъектор здоровья восстанавливать. 4 ячейки. А, у меня их 3, так что смысла нету. Давайте тогда вот это вкачаем. Вот и... Ну и пока все. Пусть одно очко останется там на что-нибудь полезное. Найдем что-нибудь, прокачаем. Ну и что у нас по заданиям? Нам что предлагают? Текущая задача. Доберитесь до заставы. Клад. Слушайте, вот тут полно всяких кладов. Я бы хотела, конечно, по ним побегать. Пособирай все. Что? Кто это? Прыгай, милашка. Веселый какой. Заняться ему нечем. Правители, они такие правители. Заняться нечем. Достают мирных граждан. Ну как мирных? Мы пока, в принципе, вроде мирные. Или уже не совсем? Нет, мы всего этого золотого пути на побегушках, так что не такие уж и мирные. Вот там какие-то клады. Вот меня это очень интересует. Так, как бы спуститься? Вот, по-моему, по этой штуке можно, да, спуститься? Класс! Ух! Классно по этим тросам кататься. Убейте солдата армии королей, спасите заложников. Что? Ой, тут какое-то задание неожиданное у нас появилось. Ну ладно, давайте
А мы его так снесем? Ну-ка. Черт. Да. А! Ух. Что, ты не умер? Фух. Ай, зачем я выстрелила? Да, стрел много, можно и пострелять, правда ведь? Ну, че, вы все? Я все собрала? Давай к тебе освободим, дружок. Спасибо. Слушай, у нас сегодня серия освобождения заложников, а? А что у него за пушка такая? У меня такая была? У меня такая вроде была. Ну давайте пока с луком побегаем. Вот нам в первую очередь, знаете, нужна дополнительная ячейка для оружия. Кобура. Можно носить пистолет и еще одно оружие. Вот, нам нужна кобура срочно. Это значит прачный топир нам нужен. Срочно. Три штуки. Где этот топир водится? Вопрос. Так, кто у нас тут? Ты топир, а почему не пишется? Кто это? Носорог. Вот, по-моему, топир. Он рядышком, кстати. Давайте соберем мы сейчас вот эти вот кристаллики. Показываются, их можно собрать. А потом уже сходим до топира. И его аккуратненько там вынесем. Три штуки, я надеюсь, найдем с лука. И у нас будет, мы сможем три оружия. И лук носить, и автомат носить. И что-нибудь еще веселое, интересное. О, привет, а вы чего тут делаете? Бухаете. Нормально так. Это они называются, у них война тут. Развлекаются ребята. А где клад? Клад-то где? Я же тут прям стою. Где клад? Прямо тут должен быть клад. Ой, клад, где мой клад? Клад, откройте ящик с добычей. Ну и где он? Внизу? Наверное, на нижнем ярусе, потому что серенькое все. Давайте-ка сбегаем вот. Где-нибудь тут должно быть. Неужто в этом водопаде? Вот это да, это было бы интересно. Клад в водопаде. Нет? Ух ты, заразу! Что вас так много? Отстаньте от меня! Отвалите! А-а-а. Так, где у меня пистолет? Так, ну-ка. Отвалите! Вот они агрессивные какие, а! Ух! Напугали меня, так напугали. А мне вообще нужны, нужна и шкура? Это кто? Кто это? А почему мне не написала, не написалось ничего? Что я там подобрала? Чья шкура-то? А, шкура дикой собаки. Не знаю, надо ли мне это. Сейчас посмотрим. Шкура дикой собаки. Изготовление. Вот, можем что-то изготовить. Сумка с приманками. Вообще ни о чем. Да ну нафиг. Зря только нападали, заразы такие. Ух, я испугалась так прям. Ух. Ну и где? Клад-то где? Еще что ли ниже? Куда ниже-то? Клага, ты где? Ой, непонятно. А вот, кстати, можно было бы прокачать перезарядку на ходу. Это было бы, по-моему, интересный скилл. А это что у нас такое тут? Записочка какая-то. Мой дом молитвы. Лонгин. А, так мы же у него были уже. Или это еще один дом? Ребят, вы же свои? Да, это свои. О, тут у них сколько складов всяких вкусных. А, так мы можем, наверное, к нему зайти в гости, кстати. Нет? Жалко, дом молитвы. Я, может, помолиться хочу. Мне срочно приспичило. Воззвать к Богу и помолиться. Почему нельзя? Это вообще в такие тяжелые времена. Церкви должны быть открыты 24 часа в сутки. А как же иначе? Вдруг я вот прямо сейчас иду на смертельный бой, последний бой в своей жизни. И, а мне даже и не помолиться, и ничего. Хорошо. Не знаю, зачем я это делаю. Я изучаю игру, обследую тут все и... В общем-то, думаю, надо ли мне что-то делать, не надо. Но вообще нам нужен что? Нам нужен топир. Вот я предлагаю сейчас этим заняться, топиром. Он тут рядышком... Вот, чепрачный топир.
Вот к нему нам и нужно как раз. Я думаю, мы пешком дойдем, в принципе, зачем нам брать машину до этого тапира? И сразу сейчас на луг переедем. Ну-ка. А как только мы соберем себе дополнительную ячейку для оружия, сразу партнемся в наш город и купим дополнительное оружие. Так, где вы, тапиры? Тапиры. Так, я куда-то отошла. Они что, в озере купаются? Озерные тапиры. Нет их тут. Ну где мне вас искать? То эти звери вообще нападают беспалевно, из-под тяжка. Вот когда они нужны, фиг их найдешь. Но теперь же это же какие-то крупные животные. Я должна их увидеть. Карта меня обманывает. Это просто... Как так? Где? Зачем же меня так обманывать? Или их уже кто-то перебил? О, чего орут? Что случилось? Давай, пацан, тебе помогу. Опять или ты, что ли? Ремонт движка точно не мое. Ой, ладно, давай починю тебе. А что мне за это дают, за починку-то, интересно? Ну, все, я починила. Спасибо, скажете? Если о, бы не ты, а ты? Не знаю, что бы со мной было. Подскажите лучше, где тапиры? Даже непривычно без этого пропагандистского шума. Да уж, тихо. Мне бы вот найти тапирчика. Я была бы самым счастливым человеком на свете. Три штучки. Мне больше не нужно. Не знаю, где этот ареал показывается. Он прям вот должен быть, где эта картинка висит. Или они тут могут на местности бегать. Отходить от своего респауна. Ты не тапир, ты обезьянка. Обезьянка, где тапир? Хочешь со мной пойти? Давай с тобой поиграем. Обезьянка! О, еще одна обезьянка. Обезьянки, они милые, они не нападают, они добрые. В общем, изучаем с вами мир прекрасный. Флору, фауну. Что может быть лучше? С орлом сражаться. В какой еще игре вообще можно так вот до жути бояться орла? Где орел? Я сейчас тоже не особо такая защищенная. У меня с собой-то с лука выстреливать орла вообще смысла нету. А из этого, из пистолета он какой-то не айс. Пацан, ты свой? Чего здесь стоишь? Чего-чего? Зачем я тебе... Как щедро. Я ему бабла дала. Зачем? О, да! Я нашла вас, ребят! Стоять! Стоять, пацаны! Стоп-стопы! Куда? Я друг! Yes. А! Зараза! Вот зараза! Убежал. Ты тапир? Орел, зараза. Так, где он? Ну давай, орел. Нападай, давай. Будешь нападать? Зараза такая. Ну-ка давай, иди сюда. Я готова к встрече. Отсыканула. Ладно. Идем дальше в поисках тапира. На приседе. Цып-цып-цып-цып-цып. Тапирчик, куда ты убежал, маленький? Ты мне нужен. Ну-ка, тапирчик это. Вроде тапирчик. А где он? Он туда вниз уже свалил. Ничего себе. Под скоростной. А здесь вообще есть это уровень прокачки стелса или нет? Как в Скайриме. Ну, судя по всему, нету, наверное. Так, где он?
Что за звук? Оля рядом, что ли? Интересно. Вот самое начало игры, ты такой прям, что, где, когда, что происходит? Где Топир-то? У меня наушник выскакивает, извините. Топирчик. Маленький мой. Ну где ж ты? Куда он уже свалил? Что за... Враги. Нет, ну это я как-то я не понимаю. Он что, уже вниз туда умотал? Топир. Или мне вернуться нужно, и там они прям все пасутся, где я встретила этих. Может, они как-то сами возвращаются на свое место? Непонятно, пока ничего не понятно. Ну-ка, этого мы можем выпилить? Это вообще враг? Враги, смотри-ка. Давайте поучимся стрелять из лука. Да, понятно. Сейчас я тебя найду. Yes! Вот это да! Вот это я понимаю! Класс! А сколько у меня стрел осталось? Я что-то нигде не вижу вообще количество стрел. R — убрать стрелу. Это я поняла. Количество стрел. Так, ладно, давайте спустимся за ребятками, раз уж мы их тут выпилили. Так, ну-ка. Ну давай! Что? Верни лук! Так, это там свои или чужие? Вроде свои едут. Ой, рюкзак полон. Подожди, подожди, подожди. Вовремя. Иди сюда, друг. Иди сюда. Привет, привет. Привет. Продать. Давайте-ка мы продадим лишнее. Купить. Ну, как-то я не хочу менять свой лук на что-то. Мне нравится он, в принципе. Спасибо. Надеюсь, мы вот сейчас с топиров... Сколько нам осталось-то там? Топиров добьем и изготовим кобуру. Нам еще один топир нужен. Срочно прямо. Вот этот вот один убежавший топир, он мне, конечно, все испортил. Если бы не убежал, я бы его так хоп, и все. И у меня был бы топир. Ну, о, стопы, олени тут. Значит, где-то, возможно, есть и топиры. А мне они нужны? Чистое убийство. Ну-ка, кто это ты? Мне нужна твоя шкура? Шкура? О, зомбара. Надо. Это мне надо. А может, я уже смогу изготовить? Ну-ка. Точно. Уже не надо. Кого я тут могу? Рюкзак. Полезно. Рюкзак полезно. Ну все, зомбар больше не будем выносить. Они милые такие, бомби. А вот топира бы одного. О, бегут. Стадо такое. От кого они бегут? Пацаны, что с вами? Вы чего, ребят? Интересно так. Просто бегут непонятно куда, зачем, от кого. Ладно, я вообще-то топира своего ищу. Топир. Полюбас топир. Или нет, не топир. Кабан какой-то. Вот зараза. Как? Жирная свинья. Сколько стрел? Все умирают с одного. Даже люди с одного удара умирают. А жирный свинтус живой, зараза. Так, летает. Где ты? Я этих тварей летучих уже боюсь. Увидела тени сразу. Ух! В бой. Кто орет опять? Я понимаю, друзья, что да, надо идти
по квесту, ух, там толпа их. Но я хочу просто пообследовать, и все-таки топира надо добить. Кто это орет? Чего они там орут? Что за звук? Ой, я не хочу с ним связываться, он мерзкий. Отвали от меня. Агрессивный. Идешь за мной? Вот идет, зараза. Да как сколько? Ах ты, зараза, сколько в него надо-то? Это нормально вообще? Столько в него всадило. Кто это? Медоед. Ничего себе медоед. Я его просто расстреляла, всего шпыль 20 всадила, а он живой, зараза. О! Топир, 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 топир. Отлично. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот ты моя радость. Сейчас поближе подойду. А! Нет. Хе-хе-хе. У! Зараза, отвалите от меня! Отвали! Так, мне топир главное нужен. Ну-ка, иди сюда. Фу. Готово. В принципе, ну, возьмем, продадим эти шкуры. Пусть будут. У нас рюкзак расширился. Благодаря зомбару. Так что, в общем-то, можем и не волноваться по данному поводу. Ну что ж, наконец-то цель сегодняшней серии достигнута. Мы то-то-то сделаем кобуру. Можно носить пистолет и еще два оружия. Класс. О, медоед нам нужен как раз. От, где там еще один был медоед? Ну-ка, медоеды. Может, еще одного медоеда найдем? Ну, ладно. Давайте-ка мы сейчас с вами уже пойдем по квестам. По заданию, но сначала переместимся в Банапур. Вот, мы наконец-то теперь можем прикупить себе какое-нибудь новенькое оружие. Сначала продадим все лишнее. И купить. О, бронежилет закончился. Вовремя мы. Оружие. Что мы еще с вами можем такого крутого взять? О, а вроде неплохая штука. Тут у нее все выше. Я вот, по-моему, ходила с АК. Что еще есть крутого? А вот точность, скорость стрельбы, урон. Не, по-моему, это покруче штука. Урон, дальность. Штурмовая. И можно еще... еще проапгрейдить. Давайте-ка возьмем. А чего бы нет? Купить. Конечно, берем. Сейчас еще проапгрейдимся. Так, вставай сюда. И давайте... магазин, конечно же, в принципе. А сколько можно? Два сразу купить? Купить. Да. И голографический прицел. Ну пусть будет, а чё бы нет. Денег здесь вот в Far Cry просто хоть попу жуй. А подождите-ка, можно только одно что-то? А, нет-нет, все отлично. Все норм. Шикарно. Живем, господа. Ну что ж, я думаю, что на этом мы закончим серию и по квесту уже пойдем в следующей серии. А пока что с вами была Мира, Мама Филка. Ставим лайки, комментируем, обязательно подписываемся и увидимся в следующих сериях. Всем пока-пока!